для хорошего, масштабного, насыщенного мультимедийного лонгрида, для того, чтобы вообще начать это делать, нужно иметь как минимум три признака. Первый – это наличие там некой истории с сюжетом, с героями, с проблемой. Второй признак – это обязательно эмоциональный потенциал, информационный потенциал оценить. И самое главное – возможность визуализации, потенциал визуализации, насколько эта тема визуально емкая, чтобы вот как раз его наполнить визуальным рядом. А третий признак – это эксклюзивность, работа в поле для того, чтобы достать тот самый контент, который именно твоим будет и так далее. Эксклюзивность в широком смысле – это может быть и особая редакторская работа и так далее. Но самое главное, что не соблюдается очень многими студентами, если мы сейчас говорим про студентов, нет понимания этого. У коллег тоже этого не соблюдается. Это вот как раз сюжет, герои и проблема. Многие говорят о проблеме, игнорируя героев, которых это касается, людей, которых это касается. Многие слишком глубоко уходят в личные истории, при этом забывая о том, что нужно еще поднимать саму проблему фактурой, цифрами и так далее. Никогда нельзя забывать вот поиск героев обязательно, поиск вот в поле этих героев, этих ньюсмейкеров и так далее. Ну, как в обычном, знаете, журналистском материале, у вас должен быть голос народа. Голос народа, голос чиновника, голос эксперта, да, с разных сторон вы подходите. У вас не может быть там только экспертов или только чиновников. Вы обязательно должны найти людей, которых это касается. То есть, по сути, как бы это все очевидно, да, и это, ну вот, принципы, по которым журналисты работают, делая другие материалы. Мультимедийные форматы новые воспринимаются как вообще ж как новая материя какая-то в журналистике, и к которому пытаются подойти, что-то изучить, принюхаться и так далее. По сути, нет. Это формат, новый формат, но содержательные моменты не изменились, журналистика не изменилась. Она, конечно, развивается, но я сейчас говорю про основы, да, чтобы вы понимали. Безусловно, журналистика меняется, безусловно, она развивается, но сама ее суть, там три источника, работа в поле, крутые герои, хорошее интервью, качество никуда не делать, качество журналистики никуда не делать, оно должно быть.